Ранним утром 24 мая 2014 года мы отправились в новое путешествие. В этот раз на юго-запад США, в штат Нью-Мексико. Город Альбукерке – самый большой в штате Нью-Мексико и 34-й по населению город США. Здесь проживает 530 тысяч человек. Название города связано с названием испанского города Альбукерке, что на границе с Португалией. Существует мнение, что город назван в честь герцога Сан-Фелипе де Альбукерке. Здания в старой части города построены в стиле адобе. Поселенцы переняли его от индейцев Зиа Пуэбло, которые жили в этих местах. Город Санта-Фе с населением 70 тысяч человек является столицей штата Нью-Мексико. Любопытно, что два факта выделяют Санта-Фе среди столиц других штатов США. Это самая старая столица. Город основан в 1610 году. И это самая высокогорная столица. Он находится на высоте 2200 метров над уровнем моря.
А еще Санта-Фе знаменит тем, что это город художников и большого количества музеев и галерей.